В этих увлеченных наукой девушках нетрудно разглядеть искреннюю жажду знаний и желание идти только вперед. Яна Семашко и Анастасия Савлук, студентки экономического факультета Брестского государственного технического университета. Свою будущую профессию они выбрали осознанно, поэтому всегда стремятся развиваться и постигать что-то новое, в том числе и вне программы. Энтузиазм будущих специалистов был отмечен педагогами, которые предложили принять участие в экономической олимпиаде. Конечно, участвовать в команде – это достаточно интересно и очень продуктивно. Мы выполняли различные задания, создавали презентацию, которую затем всем показывали, презентовали по решенной задаче. Но также у нас на первом этапе были различные задачи, которые мы выполняли индивидуально, и это также, я думаю, было хорошим опытом в плане развития своих способностей. Работа с международными документами, отчетностью – это тоже своего рода опыт отличный, который дает университет. Потому что у нас немногие предприятия существуют в Беларуси, которые работают с международной отчетностью, а нас тут обучают этому. Это, мне кажется, очень хороший вклад в наше будущее. Изучение экономических нюансов белорусского международного законодательства чередовались с занятиями английским. Работа в рамках Олимпиады велась полностью на иностранном языке. Ведь участники представляли совершенно разные страны. Одним из заданий стала командная деятельность. Благодаря грамотному наставничеству и целеустремленности Яне и Анастасии удалось добиться высоких результатов. Я думаю, что такие мероприятия международные и такого масштаба, они очень интересны. Да, во-первых, это опыт. Во-вторых, то, что те методы, которые использовались в рамках данной Олимпиады, некоторые из них для нас были новые. Да? Ну, во-первых, это вот то, что идет смешивание студентов разных вузов. То есть обычно студенты представлены одной командой, командой вуза, и они каждый старается во благо своего университета. Здесь вот особенность была интересна то, что они как бы работали во благо команды. Вот. Второе, это то, что, конечно, во-первых, очень актуальны, ну, сами международные стандарты, актуальны это знание английского языка. То есть студенты, они имеют достаточно высокий уровень, и они, ну, это позволило им показать вот настолько высокие знания. Всего от Брестского государственного технического университета в Международной Олимпиаде приняли участие 6 молодых людей. Уровень подготовки студентов и магистрантов был высоко оценен организаторами Олимпиады. Как итог, новые награды пополнили факультетскую копилку. Наши победители, они вот у нас заняты в студенческом научном объединении КОМ. Как раз таки там очень много направлений, мы пытаемся, чтобы они участвовали во всем и получали нужные навыки. Большое количество образовательных проектов сегодня проходит онлайн, поэтому в вузе уверены, что эта победа для студентов станет очередной ступенькой на пути к другим, не менее значимым вершинам.